Это у нас фотолагерь в очень душевном месте, называется «Хата Майстерня». Тут невозможно не делать ничего доброго и уютного, потому что доброта и уют из тебя вылазят сами, когда ты здесь находишься. Снимали историю настоящую ребят, которые искали, как бы им потеряться в горах, приехали для этого. Мы здесь все учимся, мы здесь все живем, мы здесь все дружим, проводим шикарное время с пользой себя. Развиваемся в каждом своем направлении. Весна, Карпати, сонце. Що може бути краще? Саме такий формат ми вибрали для фотокемпа, який назвали «Фотохата». От, фактично, це такі курси підвищення кваліфікації для фотографів, які знімають досить давно. Місце в горах, де можна обмінятися досвідом. Главная цель вообще всего происходящего было и отдохнуть, и поучиться. Вот так, чтобы ничего не перевешивало.